вот сюда. Старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Сергей Посадского отдела ГИБДД Ибрагимов Андрей Николаевич. Расскажите, что здесь произошло? Значит, по предварительным данным, сегодня около 15:40 на подъездной дороге к городу Сергиев Посад произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2114 и автомобиля Audi. Значит, предварительно автомашина ВАЗ-2114 двигалась со стороны города Москвы в направлении Сергиева Посада. Автомобиль Audi двигался во встречном направлении. После совершения столкновения, после ДТП, значит, ВАЗ-2114 загорелся, воспламенился. После прибытия на место происшествия, значит, было установлено, что водитель ВАЗ-2114 на месте ДТП погиб, водителя Audi в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. По данному факту будет назначено проведение проверки, по результатам которых будет определена степень, значит, вины каждого участника.